Всем привет, я Леша, это «Сильные новости», наша рубрика «Короче, поехали». Посмотрите, как проводят выходные жители Южного. В минувшее воскресенье гомельчане устроили движ в Белице, он прошел в 104-м микрорайоне. Его организовали сами жильцы, таким образом они хотят заложить добрые традиции между соседями. Там были бои подушками на бревнах, прыжки на скакалке, кулинарные баталии и дискотека. Деньги собирали сами. И уже в это воскресенье такой же движ пройдет и в хуторе. Держали в подвале, били ногами, при этом вымогали деньги. В Минске трое мужчин похитили глухонемого человека, которому изначально хотели помочь с ремонтом машины. Они заперли его в гараже и начали вымогать деньги. Бедолага пытался сбежать на такси, но машину догнали и вернули в тот же самый гараж. Возбуждено уголовное дело. Двое из трех фигурантов под стражей, третий в бегах. Посмотрите, какие бирки придумали в украинском роддоме. Там творчески подошли к их созданию и сделали их в виде магазинных ярлыков. Там указан состав: 50% мама, 50% папа. Есть и некоторые ограничения. Например, ребенка нельзя отжимать в стиральной машинке или гладить утюгом. Ну и жирным выделено «Сделано с любовью». Но как вам такая идея?